Добрый день, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, перед вами весенняя трава. Но поговорим не о ней, а о море. Море, море, мир бездонный. И далее по тексту. Каждый человек в своей жизни всегда хотел увидеть море. В том числе и я. Я думаю, что я не один такой. Многие хотят его увидеть. Но вот моря у меня рядом нет. Зато есть воспоминания. Я был на двух морях. Первое – это Черное море в 88 году. А 89-й был на Адриатическом море. На Средиземном море не был. И на других морях не был. Врать не буду. Но ощущение морей до сих пор со мной. Дорогие друзья, в этот праздник Святой Троицы хочу пожелать вам, чтобы вы тоже оказались на море. Я думаю, что это очень важно для вас будет. Хочется пожелать вам счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Всего вам доброго.